В Калмыкии завершена полуторагодовая работа над проектом, посвященным истории 110-й отдельной калмыцкой кавалерийской дивизии. Вместе с другими национальными формированиями она успешно сдерживала натиск немецко-фашистских захватчиков на юге России в годы Великой Отечественной войны. Проект воплотили в жизнь благодаря председателю благотворительного фонда по сохранению историко-культурного наследия «Наше наследие» Ивану Басангову. Результаты работы над проектом легли в основу одноименной книги Уташа Ачирова, изданной в соавторстве с Сергеем Заярным и Ларисой Бадышевой. Презентация книги «Ваш подвиг в сердце мы храним» состоялась в Национальной библиотеке имени Амурсанана. В рамках реализации проекта, посвященного памяти 110-й калмыцкой кавалерийской дивизии, были организованы конные походы к местам боев прославленной 110-й. На представлении книги присутствовали самый возрастной участник походов Андрей Аконов. Он отметил, что издание книги играет огромную роль в части сохранения исторического наследия и патриотическом воспитании молодежи. Даже и не думал, что вот это все так войдет в мою жизнь. Первое время я думал, мы просто проедем все, а когда мы по мере того, как с населением начали встречаться, мы уже жили жизнью прямо, ну, можно так сказать, вот этих кавалеристов, которые шли на войну. Ну, потому что она поглощает человека, вот это, рассказы тех людей, которые этот, провожали своих родных. Большая работа, большое издание, посвященное 110-й отдельной калмыцкой кавалерийской дивизии, посвященное памяти наших земляков, кто участвовал в формировании, в боевых походах этой дивизии, всех тех, кто после хранит память о подвигах наших земляков, которые они совершили в 1942-1943 годах, в том числе и охраняя и удерживая переправы на Дону. И здесь боевые действия по Калмыкии, Ставропольскому краю. И потом уже, когда 110-я отдельная калмыцкая дивизия под командованием Василия Хомутникова освобождала более 100 населенных пунктов Ставропольского края, Ростовской области, Калмыкии в том числе. То есть это, наверное, такой большой труд, дань памяти всем тем, кто отдал свои жизни за нас, за наше будущее на фронтах Великой Отечественной войны.